Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников и их описание по книге «Великий музей мира». Джон Синглтон Копли. Смерть майора Пирсона 6 января 1781 года. 1783 год. Холст масла 251 на 365. Большая картина. Джон Синглтон Копли, американский и английский художник, представитель классицизма, портретной и исторической живописи. Родился в Бостоне, его отчим был мастером кисти и в дальнейшем помогал пасынку. В 1774 году, в преддверии войны за независимость США, Копли покинул Америку и осел в Лондоне. Здесь он обратился к историческому жанру. Мастер был членом Королевской академии художеств. Картина, известная также под вторым названием «Штурм Джерси». Для понимания батальонной живописи необходимо знать политический и военный расклад сил, кто и с кем воевал. Штурм Джерси был попыткой Франции вторгнуться на остров и устранить угрозу, которую он представлял для американского судоходства во время войны за независимость. Джерси использовался британцами в качестве военной базы, и Франция, извечный враг Англии, вступив в войну как союзник США, хотела заполучить контроль над ним. Французы высадились в Джерси 5 января 1781 года. Губернатор сдал остров после падения его столицы Сент-Хелиер. Но 24-летний майор Фрэнсис Пирсон, начальник гарнизона, отверг капитуляцию и возглавил успешную контратаку. В действительности майора убили незадолго до боя, но Копли изображает его умирающим под британским флагом в момент победы. Чернокожий слуга Пирсона стреляет, мстя за гибель своего хозяина. Фрэнсис Пирсон стал национальным героем Великобритании. Картина привлекла толпы зрителей, когда была впервые выставлена. Она воспроизведена на банкноте в 10 джерсийских фунтов. Ну, вот такое описание к работе Джон Синглтона Копли. Смерть майора Пирсона 6 января 1781 года. Другое название — «Штурм Джерси». Пока-пока, до свидания. Описание по книге «Великий музей мира».